Все, понеслась. Рынок пистолетов, трайкарт, напоминаю, что первую забрали под свой контроль аспиранта, они же рескрипты Семка. Ну и я думаю, что здесь будет довольно-таки легко все для Семена. Ну, я не знаю, честно говоря, вот просто вот почему-то мне так кажется. По увиденному. Ладно, смотрим. 5-3 уже впереди. Семен компания и Реманс тут настреливает ваншотика на миду. Каленого дособирал. Ну, в принципе, это его задача. С Семеном он должен собирать урожай гнилых фруктов, я его так назову. Ну, типа, подпорченные по ХП оппоненты, которых не добивает Семен, если его убивают. Ну, то есть там, типа, -2,5 или -1,5 делает Семен, приходит Reminds и подчистил. Санитар леса. И тогда все в этой тиме будет хорошо. Семен, голова. Пошел по центру занимать опорника, крутится вокруг центрального этого ларька, по-моему, с какими-то твиксами там. Ну и задача выполнена, 2 настрелял. Единственное, что рескрипт, а где он вообще? Ну, рескрипт на респе охраняет, чтобы по линейкам лево-право не зашли. Семен опять-таки в пучину событий, опять-таки погибает. На этот раз, не сделав ни одного минуса, рескрипт ошивается на респе. То ли у него задача такая, я не понимаю. В чем проблема, но не мешает это Семке настреливать и, в общем-то, вести по фрагам им. Вдвоем с рескриптом. Ну и тот пошел в атаку, погиб. На самом деле с разменом, свою миссию выполнил, один в один разменялся, все неплохо. Монохрому, конечно, надо как бы подтянуться. Пока разрыв не такой большой, просто где-то на счете уже там 27, скорее всего, будет у монохрома 18. Ну где-то так вот, 25-18, 27-19, мне кажется. Поэтому тот самый промежуток до 20-ки на втором десятке надо пройти с минимальным отрывом монохрома, приблизиться там на расстоянии одного-двух фрагов, тогда это даст надежду на борьбу. Потому что как раз-таки на третьем десятке и вырвались на первой карте, и там уже было их не догнать, аспиранты тех самых. Но пока не получается, пока 4 фрага преимущества, пошли Reminds и Анскори в атаку, и в принципе правильно делают, и тут вдвоем по одной линейке на размен уже 2 или 3 волны атаки они хорошо урабатывают, ну и вот 3 фрага всего лишь преимущество, тут зря на самом-то деле было. Ой. 17-20. Попыточки. Попыточки сыграть тимплейна в поджим. О, тут нога оппонента помешала подпрыгнуть. Просто прыгал чувак, а вверху потолок. В виде ноги. Reminds не выдерживает контакт. Выходит, он вскоре доделывает. И 19-23, но все равно это преимущество, что он полагает. Да нет. Все равно преимущество держится у Семенной компании. Как бы там ни было, они не подпускают к себе соперников. В общем, мейна постоянно играет Семен. 15-11, ну, посмотрим. Первая карта 6 фрагов у него было впереди. В плюсе, точнее. Ну, посмотрим, как это закончится. Боже, какое же ужасное лицо в этих очках. Твою ж дивизию. Девочка-сварщик. Пошел Семен в атаку. На респе уже оппонентов. Есть у него инфа, походу, по левой линейке. Тем более, что там убивали его тиммейта. Золотая голова в затылок. На второго выходит 3, 4, 5, 6, 7. Дострелял. Еще одна голова. В атаке неудержим. Минус 3. Умирает. Рескрипт. Доделывает. Нет. Ну, рескрипт-то 7 патронов, конечно. Он не настолько скорострельный и многозарядный. Дигл имеет. Но, тем не менее, как бы работу свою выполняет. На минус 1 работает на дефолтных пушечках. И калашики у него дефолтные, и диглы у него дефолтные. Но, тем не менее, скилл, можно сказать, что нормальный. Хороший и жесткий. 26-32. 8 фрагов до победы. Семену и компании пошли в аркаду. Уже рескрипт-то ваншоты на лету. Еще один, боже. Ну и... Нет. Ну, давай, давай, закрывай звезду на последнего... Семен пришел, состилил. Да, об этом и говорит рескрипт, типа, нафига? Было бы красиво. 37-26, 11 фрагов. Это разрыв. М-м-м-м-м.
Это просто разрыв, и борьбы у нас в финале не получается. 39. Last kill и ГГшечка для Семёна и компании. Это last kill делает Семка. 40-29 констатируем. 2-0 по картам. Чисто и нормально все. Молодцы. Все на этом, друзья. Вот такой вот универсальный боец 2 на 2 с приключениями, но все-таки закончился. Первое место аспирант, второе монохром. Не знаю, как там по проверкам все пройдет. Ну, а третье место смотрите завтра на сайте Crossfire.mail.ru или на PvP.mail.ru через несколько минут, как закончится матч за третье место. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Кто смотрел от начала до конца, вообще молодцы. Приходите еще. Я думаю, будут турниры в скором времени. И увидимся, и услышимся, и будет много интересного и замечательного. А так, удачной вам учебно рабочей недели. Не болейте и растите большими. Все, пока.